Большой привет всем зрителям, с вами Катрахонт, это Европа Универсалис 4 и моя самая любимая страна в игре Тевтонский Орден. Не, конечно же, первая причина связана с тем, что одно из самых первых прохождений было здесь именно за него, за Тевтонский Орден, уже лет 6 назад где-то, и это прохождение есть на канале. И вот сейчас самое время это прохождение обновить, потому что нам в новом DLC завезли древо миссий. Притом, интересный расклад тут в том, что Тевтонский Орден может пойти по двум основным направлениям. Остаться близким к Священной Римской Империи, стать одним из представителей ее и потом восстанавливать Пруссию. Либо же, второй вариант, отказаться от делами со священкой и уйти в Орду своеобразную, Тевтонскую, которая будет неверных крестить и ставить на истинный путь. И как вы уже понимаете, да, мы с вами пойдем по второму пути. Двигаться на восток, строить свою великую империю своеобразных крестоносцев. Если вам нравится данная идея, то вы можете поддержать данный ролик своим лайком и комментом. Ну а мы с вами стартуем. Со старта есть несколько миссий общих, просто для Тевтонского Ордена, еще до выбора, по какому из направлений мы пойдем. Первое — это улучшить отношения с Ливонским Орденом и сделать с ним союз. Тогда у нас будет шанс, то, что он станет нашим вассалом, и мне с первой же попытки на это повезло, это прекрасно. Все-таки неплохое подспорье нам на будущее. Притом он наш исторический друг, поэтому никаких проблем с восстанием, желанием свободы у нас там нет. Вторая важная миссия — это улучшить отношения с Австрией на 100 или выше. Тогда у нас опять же будет решение, по которому, если нам повезет, мы можем войти в священку. Собственно, мне с этим решением повезло, мы вошли, я такой думаю, о, разыграем сейчас и то направление, но нет. При выборе как раз основного направления, если мы отказываемся от пути к священке, то нас опять же выкидывает из священки, при том еще и отношения с Австрией портятся. Ну, в общем, выбора нет. Мы сами выбираем путь Орды Тевтонской и идем расширяться именно на восток, на земли Польши, Литвы, а в будущем мы на весь русский регион. Принесем туда свою веру и своих тевтонских солдат. И те, кто внимательно сейчас смотрел видеоряд, наверное, заметили, что у меня не было на фоне показа этого выбора. А связано это с тем, что до того момента, как нам дадут это выбрать, нам надо разово повоевать с Польшей и отвоевать часть земель для такого важного переходного задания. Поэтому в 51 году я, собрав союзников в лице Венгрии, Богемии, заодно еще Мекленбург, решил сходить на Польшу, которая почему-то в этом прогоне не объединилась с Литвой, осталась в одиночку, лишь взяв себе несколько минорных союзников. Как вы понимаете, с раскладом сил, где мы примерно в два раза опережаем противника, особых проблем мы тут не испытали. Да, я, конечно, Богемии здесь обещал земли, но я в итоге ей ничего не отдал. И она не разорвала со мной союз чисто по той причине, что ее доверие на 20 упало, но я еще до того, как она упала, во время войны, накопил 10 благосклонностей и приподнял. Так что там было то ли 35, то ли 40. И при таком раскладе она вроде бы нами недовольна, но осталась союзником. Ибо в будущем нам такие союзники не помешают. Ну а Польша, Литва, как вы понимаете, это наш основной корм. И я постарался забрать как можно больше территорий. Я, конечно, хотел еще и Варшаву забрать, но туда, к сожалению, богемцы успели раньше времени зайти, поэтому пришлось вот по таким вот границам замириться. Ну и да, как раз сейчас вы видите на фоне это решение, где мы либо идем по пути Пруссии, либо отказываемся в будущем от возможности сформировать Пруссию, выходим из Священной Римской Империи, но зато начинаем свой поход на восток. Именно второй вариант я и взял. И от этого выбора у нас вот те вот разделяющие задания, как они до этого назывались, теперь стали нормальным древом фокусов, которое подразумевает именно продвижение по пути крестоносцев. Дальше было небольшое противостояние с остатками Новгорода. Я решил все-таки его урвать к себе и сделать вассалом, чтобы в будущем его можно было раскормить как землями датчан, так и землями Московии. Легкое противостояние, но зато после него началась битва с Готландом, на которой я напал ради того, чтобы умудриться забрать земли у Литвы. Почему я не пошел на Литву напрямик? А потому что у нее в союзниках датчане, еще ряд европейских стран, и все эти союзники представляют намного большую армию, чем есть у нас с вами. Поэтому я чисто так один на один, раз на раз пошел на Литву. На Готланд я на это время забил, и мы с вами спокойненько занимались покраской Литвы. Но надо отдать должное, у них армия равна нашей, даже побольше чисто у Литвы. Но преимущество в технологиях. Также поимка их армии один на один привела к тому, что мы заставили Литву потерять всю ее основную армию и постепенненько покрасили все ее земли.
Так как она здесь не была основной воюющей стороной, то, понятное дело, я не смог забрать много территорий, но все-таки чуть-чуть ее подкушал. Ну а потом уже спокойно высадился в Готланд и тоже забрал его под себя. Дальше я хотел немножко посидеть, повосстанавливать силы, покопить денежки и армию, но тут восстание Прусского Союза, которое отнимает у меня немалую часть моих именно основных национальных территорий, с которых у меня идет основной доход. Мне надо их крепости их забирать, и вдобавок к этому за восставший Данцик заступается Польша. И вот здесь на самом деле начинается веселье. И не в том, что противник сложный, нет, а в том, что нам надо успеть осадить немало крепостей. А в это время наш бюджет уходит в минус, в минус, в минус и в минус. Потому что территории, которые перешли под Данцик, привели к тому, что у нас лимит войск урезался. Сам доход уменьшился, и в итоге займ. Но все это ради одной простой вещи, ради победы. Да, пришлось потратить немало денег и времени, но все-таки я попилил Польшу. Но вот забрал я с нее не так уж и много территорий, только Варшаву и побольше денег. Так как у нас с вами много займов, с ними надо будет расплатиться. Ну а Польшу потом уже вновь подъедим, это не такая и проблема. Ну а сам Данцик, да, я полностью забрал под себя, и благо здесь все эти земли остаются национальными, поэтому заново тратить на их закоривание нам не пришлось. Вроде как по древу каких-то там миссий и событий можно избежать этого восстания, но у нас оно случилось. Я немного посидел в мире, накопил союзы, если что, у меня в союзах Богемия, Венгрия и Австрия, еще я хорошие отношения развил с Францией, и так как особо не на кого нападать в перемирие, я решил сходить на Швецию, которая освободилась от вассальной зависимости датчан, но еще не успела заиметь нормальных союзников. Для чего? А для того, чтобы финнов освободить и немножко просто земель подсобирать для себя. Чисто так, знаешь, небольшая прогулочка в Швецию. Но вот правда проблема, что пока я вел это противостояние, меня французы втянули в свою там заварушку, и я не смог выделить финнов вовремя. Пришлось немножко повременить, поддержать эти земли под себя, но не переживайте, потом Финляндия стала моим вассалом. И да, вы уже можете заметить, что Ливонский орден я к этому времени присоединил. А то мне не нравится, как он своими войсками руководит. Притом я его раньше еще держал, потому что у него крепости были на своих территориях. Но он так расслабился, что все крепости своих земель снес. И я такой, ну все, пора присоединять. Ну а после небольшого противостояния, где я помог французам, я пошел вновь на Польшу, на Литву. На сей раз я призвал всех своих основных союзников, и здесь началась великая заруба. Все шло, в принципе-то, неплохо. Да, у нас там датчане на севере, да, Польша, да, Литва. Но понемножку там я разбирался. До того прекрасного момента, пока на Австрию не напали османы. Я, естественно, заступился. Я думаю, ну а что нам переживает за османов, да? А знаете, что прикольно? Что в это противостояние на стороне осман решила залететь Московия. Притом она не союзник османа, нет. Она просто как одна из великих держав решила вмешаться в противостояние других великих держав. И мой Новгород, и мои восточные земли вдруг резко стали страдать от Московской Орды. Притом еще и османы покрасили Венгрию и теперь пришли в Польшу периодически убивать мои войска, снимать мои осады и мешаться мне захватывать польские территории. Я в этот момент такой подумал, ну, прекрасно, приплыли. Легкое противостояние превратилось в какую-то жесть. Но, несмотря на все эти проблемы, все-таки с датчанами я замирился. Получил от них ряд земель в Шотландии, дабы сделать потом там вассала. А вот, конечно, противостояние Австрии с османами вылилось в то, что часть моих земель, точнее земель Новгорода, аж целых две провинции отдали Москве. И это вдобавок к тому, что да, османы подъели Венгрию, но решили и Московию тоже отплатить хорошей монетой. Я такой думаю, вот так вот заступился за союзника, а потерял еще и свои земли. Но ничего не поделать, небольшая расплата. Главное, что после всего этого я неплохо себя раскормил территориями Польши и Литвы. Да, было тяжело, было сложно, но мы вышли победителями. Хоть и чуть-чуть потеряли земель своего вассала. Но в будущем не переживайте, я схожу и все верну. Скажете, а как я это сделаю? А я сделаю это через союзника, через Рязань. У меня по ветке решения дали цели на земле Литвы и на одну провку Рязань. Следовательно, я нападаю на Рязань, и несмотря на то, что у меня перемирие с Москвой, я залетаю еще и на нее. Зачем я это делаю? А для того, что именно сейчас Москва пошла на Литву. И чтобы ее отвлечь от подъедания Литвы и не дать ей забрать там много земель, я решил сам влететь на Москву. Да, у меня сил чуть меньше, чем у Москвы.
Не спорю, ее армия посильнее. И на первых порах, конечно, я думал, ну, будет тяжело, мало ли они придут, откинут нас. Так при том еще ситуация неудобная, так как три крепости рядом против нас. Но потихонечку мы все-таки смогли взять эти крепости. И дальше наша элитная тридцатка дошла до Москвы. По пути, конечно, несколько раз мы сразились с армией Москвы, но она ничего не смогла сделать против нашей орды. Дело в том, что у меня уже 10 пушек, в то время как московские армии — это пехота с кавой. Ну, вы понимаете, мы просто издалека спокойненько их расстреливали и шли дальше к победе. Да, я из этого противостояния урвал, конечно, не так много, как хотелось бы, но самое важное, что Москва не забрала очень много территорий. Да и мы с вами в итоге по миру забрали как раз те самые три крепости, которые нам на старте военной кампании как раз и мешались. И да, не прекращая противостояние с Москвой, я сходил на Киев, а потом, как закончилось противостояние с Москвой, я еще и пошел на Волынь. Литва просто начала разваливаться, из нее куча мелких стран повыделялась, а у меня есть на них цели, поэтому надо подъесть. Не очень красиво по границам, не спорю. Но пока за них кто-то не заступился из сильных держав этого мира, лучше, чтобы это все стало нашими территориями. Ну и что-то я давно не бил датчан, поэтому решил сходить и на них. На сей раз, да, я вернул наконец-то территории национальные Новгорода. Вы можете спросить, почему я Новгород сам не отдал Новгороду. А дело в том, что у меня тоже есть претензии, что отдавал бы я Новгороду, что оставлял бы себе. По агрессивке одинаково, да, мне национализировать надо, но у меня и так на это скидка. А вот если бы я потом весь Новгород присоединял с помощью дипки, то на это бы ушло очень много времени и сил. Новгород чисто так, знаешь, на время, чтобы вот забрать те территории, на которые у меня нет претензий. Тогда они будут дешевле. В итоге я раскормил финнов, немножко Новгород, ну и наконец-то сформировал нормального вассала в Шотландии. Правда, мне очень странным оказалось то, что мне не дают выделить Шотландию саму по себе. Корки есть, страны они существуют, но почему-то Шотландию сформить мне не давали как вассала. Я в итоге такой, а ладно, сделал просто другого местного вассала, но отдавал ему просто так территории. Все равно держать самому там территорию сложно, да и зачем, когда можно сделать вассала, который за тебя будет те земли развивать. Ибо наша цель идти на восток, а там Великобритания, пускай мой вассал потихонечку крепнет. А тут я вам хочу показать интересный ивент. Мы забрали столицу Богемии, чисто просто крепость. И у нас ивент, где мы с вами получаем 50 дипфеса, опустошение в Праге, вдобавок к этому казну и военные очки. Не, ну по-моему это мощно. Притом в эту войну нас втянул наш союзник, а мы тут на халяву получили столько денег. Ну и да, я продолжаю все так же поход на восток. Мы с вами уже забрали Москву, немножко урезав саму Москву и заодно расширив Новгород. Также разобрались с Литвой и Польшей. Ну и наших земель становится все больше и больше. Мы уже топ-держава мира, на 5-м месте, правда? Но если повезет, то сможем до 3-го скором дойти. Наконец-то можем взять теперь миссию на захват Москвы, конец 3-го Рима. У нас тут три варианта. По-первому, мы сможем принять московскую культуру признанной сделать, получить хорошее развитие. Но, правда, на время здесь у нас эффективность миссионеров и стоимость изменения культуры выше. Здесь мы просто влияние на папу получаем, налог увеличиваем и католичество там сразу же распространяем. Либо же полностью опустошаем город, получаем деньги и кучу мятежников. Не, ну московскую культуру рано или поздно все равно применять от себя нам надо будет, поэтому давайте выберем первый вариант. Правда, перед этим я еще и новгородскую сюда возьму. Бах! Все эти территории будут более-менее спокойными, а в будущем, спустя 20 лет, мы спокойно просто поменяем здесь и распространим католичество. Главное, что теперь у нас есть в город 31 развитие, чему нельзя не порадоваться. Январь 1518 года, и я полностью избавился от Литвы и от Польши. Наши стартовые противники теперь исчезли. Единственное, нужно теперь разобраться с Крымом, с османами, выгнать их с этих земель. И вроде как это вполне себе реально, с учетом того, что нам готовы помочь Австрия и даже французы, когда с деньгами разберутся. Ближайшие несколько десятилетий у меня проходили под планом продвижения на восток, о котором я уже не раз вам в этом ролике говорил. И в итоге мы все больше и больше пилили Москву. И под конец я даже ее просто окончательно отрезал от всех возможных соседей, чтобы ее никто под шумок не забрал. Добавок к этому я окончательно укрепил Новгород, отдал ему все национальные земли, еще мельком подпилил Швецию, займев там хороший плацдарм. Ну и потом у меня была интересная битва в Англии. Да, у нас же там был вассал, и не просто так. Сначала в одном противостоянии я его расширил,
отдав ему, по сути, все основные территории Шотландии, а во втором противостоянии с Англией я решил отчаянно мелочиться и просто забрал Лондон под себя. Крестоносцы теперь владеют одним из самых важных городов этого мира. И если мы захотим, то сможем в будущем там сделать великую торговую империю. Теперь у меня, знаете, появился план залететь и забрать также столицу Кастилии, Португалии, а потом еще французов и осман. И у нас выйдут такие крестоносцы, которые заберут все столицы других великих держав. Ну а что, план звучит интересный, потому что наше продвижение уже на восток идет неплохо, так что можно перед собой поставить и какую-нибудь другую цель наперед, сделав несколько основных баз в самых хороших таких торговых узлах. Следом мне удалось наконец-таки обыграть Крым, османы были заняты слегка восстаниями, и я забираю почти весь Крым. Да, можно и весь, но тут уже Орда вмешалась, поэтому придется обыграть вот так вот, и забрать основные территории Крыма, в том числе сам по себе Крым. Ну и следом у нас есть возможность напасть на Большую Орду. Но я пока не сильно туда тороплюсь, ибо я совсем чуть-чуть переборщил с количеством территорий, и надо бы слегка восстановиться. Ну и я думаю, нужно уже это сделать. Попытаться подрубить осман. За нас и Франция, и Австрия готовы. Думаю, с таким количеством союзников у нас есть шансы, чтобы хоть немножко ослабить эту угрозу. Поэтому погнали. 200 с лишним тысяч против 180. Надеюсь, есть шансы. Ловлю османскую армию. У них, конечно, хороший генерал, но у нас боевой дух повыше. Надеюсь, уж сможем его одолеть. Нет, серьезно, даже с преимуществом по пушкам. Ух. Тяжелый бой, но первая победа. Дали вместе с французами здесь хороший бой. Еще поднимаем счет, понемногу все-таки осман откидываем, и может быть у нас даже будут шансы на победу. Наши крестоносцы прорывают укрепы Константинополя. И хоть мы и понесем большие потери, но мы взяли Константинополь. Османы явно такого не ждали, и мы даже можем по миру забрать у них несколько территорий. Сильно затягивать не будем, давайте замиримся. Мы заберем с вами 3 территории здесь, ну и конечно же денежки. Первое небольшое противостояние с османами, где мы их окончательно выгнали с крымских территорий. Ну и заодно они вышли из коалиции против нас, ибо это опасное дело, у нас большая коалиция, но в скором времени отсюда выйдет Богемия. Тюрингия с Бранденбургом тоже здесь особо не имеют смысла от этой коалиции. Единственное, датчане надолго задержатся, ну и Орда. Ну и можно не переживать о новых членах коалиции, потому что мы спокойно словим Москву потом. Также Великобританию, и не дадим им стать очередными членами коалиции. И давайте подведем такой небольшой итог данной первой части. У нас уже прошло 100 с лишним лет со старта. Можете полюбоваться нашим с вами Тевтонским орденом, который занимает первое великодержавное место. С небольшим отрывом, конечно, от Франции, но все-таки мы на первом месте. И да, османы намного сильнее, учитывая всех субъектов, но мы все равно смогли дать им бой и отнять у них торговлю с этой области. Добавок к этому еще и репарации у них забрали, так что немного их ослабили. Добавок к этому я еще и Тимуров стою взял, чтобы в будущем османы туда не могли продвигаться. То же самое бы еще в идеале с мамлюками провернуть, и тогда османы будут зажаты. По идеям же я изначально пошел в количественные, также сейчас беру торговые и религиозные, чтобы нам проще было менять веру, заодно казус белли был удобный, ну и торговля, сами понимаете. Почему бы не построить торговую империю из Тевтонского ордена? По решениям же, мы с вами сейчас активно идем в степи, будем здесь получать бонусы на кавалерию, но все они временные. Самые хорошие бонусы находятся именно вот здесь вот, степные крестоносцы. Здесь нам дадут постоянные бонусы на каву, также увеличить ширину фланга кавалерия, скорость передвижения, соотношение, кавы мощь ее. То есть мы реальными крестоносцами станем. Но перед этим нам еще немало миссий надо выполнить. По экономике же неплохой доход, но можно приподнять и производство, и торговлю. Просто я мало застраивался, так как все деньги обычно уходили на армию, до расширения, на смену религии. И сейчас в целом, по большей части везде католичество, за исключением тех территорий, куда влияют религиозные центры из Европы. Добавок к этому высокий шанс взять контроль над папской курией. Надеюсь, нам с этим повезет. И да, у нас все так же есть решение на воссоздание немецкой нации. Так что если вдруг мы захотим, то сможем сделать Великую Германию.
Ну а всем вам я хочу сказать спасибо за просмотр данной серии. Надеюсь, она вам понравилась. Тевтоны в новом обновлении стали прикольными. Реально такая орда крестоносцев, которая несет католичество на восток, заодно еще орды покоряет, ну и немножко унижает осман. Пишите, если ждете продолжения. Ну а мы с вами услышимся в новых роликах.